Всем привет! Думаю, не только я видел вот такие вот неопознанные летающие объекты в Резекне на дорогах. Ни номеров, ни знаков, ни опознавательных. Когда что-нибудь случится, тогда вспомнят об этом. Ну а пока по просьбам смотрящих и трудящихся побывали мы на улице Рижской и посмотрели, как там дела с ремонтом. И вот с первых же кадров видно, что ремонт ни шибко, ни валко все-таки продвигается, но вот эти вот выгнутые дуги такие, что-то у нас проектировщики так очень любят не прямые линии, а вот такие вот кривые линии. Где-то это, наверное, оправдано, там стоянка или остановка. Но в некоторых местах, вот с обратного ракурса будет видно, что не очень понятно, чем вызваны вот эти вот сужения дороги и вообще несимметричность линий такая. Ну, скоро год ремонту, видим, что движется все не очень быстро. И к декабрю, уж не знаю, к декабрю якобы должны сдать по старым планам. Что получится, вот сами видите. С одной стороны, работы еще много, с другой стороны, совершенно не видно работающих. Поэтому представить, что весь этот объем будет проделан быстро, вряд ли получится. И вот пока я тут летаю, слышу все время звуки резины. Ну, дрифтуют где-то люди. Ну вот, думаю, ладно, долечу и посмотрим, повыше поднимусь. И посмотрим, вот тут вот перед поворотом вот это сужение, вообще непонятно к чему, ну да ладно. И видим вот мост тоже, железнодорожный мост. Тут делают такую отливку. Сам мост ремонтировался раньше, а сейчас просто вот такая модернизация проезда. Вот замечаем то место, где были пожары по весне. Тут и огородов уже не видно, почти все выгорело, все заросло травой. Ну, не особо выделяются огороды. Кому интересно, можете посмотреть старое видео. Тут по весне были пожары, многие огороды погорели. Звук резины доносился вот с этой улицы, которая закрыта. И которую берегут, не дают по ней ездить, но зато вот для дрифтинга она очень хорошо приспособлена, никто не мешает, никто по ней не ездит. И к тому моменту, когда понадобится эта улица в использовании, может быть, она уже начнет разваливаться. Видим вот блоки, которые не пускают страждущих проехать по этой дороге. Ну, собственно, вот и все. Дорогу построили для того, чтобы было место подрифтовать. Всем удачи, всем пока.